В этом упражнении нам потребуется турник с высотой пониже, чем я бы брал для отвеса, то есть ниже, чем вот этот. Но это в зале самый низкий. Соответственно, помещение без сквозняков, чтобы нас ничего не отвлекало, одежда спортивная. Техника. Встаю под турник, упираюсь и понимаю, что стою неровно. Вот теперь я стою строго под турником, руки на ширине плеч, ноги на ширине плеч. Я создаю такое распирающее усилие, как будто я поднимаю его. И очень аккуратно его дозирую, то есть я создаю небольшое усилие. Это дает мне нагрузку на все группы мышц. Если я стою прямо и меня никуда вперед-назад не раскачивает, а этому мы уже учились, выполняя мячик, то следующим действием я вверх-вниз, совершая движение, прокачиваю кровь и лимфу по всему телу. Не нужно стремиться поднять вот эту вот стойку, которая в пол прикручена болтами. Нужно создать просто преднатяг такой, преднапряг точнее, мы же не тянемся, и его использовать. Еще раз проверяюсь, встаю, упираюсь и делаю движение вверх-вниз. И понимаю, что нога не дорабатывает у меня левая. Проверяюсь. Делаю снова. Ну, как я уже сказал, перекладину бы надо пониже. Ритм свой, не зависаем в крайних позициях. Не должно усилие на руках колебаться, то есть все-таки чувствительность должна быть уже развита. Не давайте большую нагрузку. И самое главное, не сбивайте ритм. И вот я сделал, не считая, наверное, 10 раз, и каждое движение у меня отличалось. Почему? Потому что для мускулатуры это нестандартный режим работы – раз. Для нервной системы это совершенно нестандартный режим работы – два, потому что обычно я же груз поднимаю относительно себя, а не себя относительно условного груза. И это очень хорошо для нервных связей, формирования новых и для калибровки старых. То есть если где-то у меня какая-то мышца не дорабатывает, я в обычном режиме могу этого не заметить, здесь замечу точно. Заметят и те центры в среднем мозге, которые отвечают за мышечный тонус, распределение усилий и прочее, они заметят, распознают и устранят эту проблему до того, как я возьму какой-то вес или пойду в спорт. Поэтому вот это вот упражнение, одно из нескольких переходных, когда мы уже, в общем-то, собираемся идти на повышение физической нагрузки или просто закрепляем мускулатуру, чтобы в быту нам было комфортно. То есть лечение мы уже полностью закончили и интенсивная реабилитация с переходом в дальнейшее развитие.